красивый кот летел. Кот летел? Да. На метле? Нет. Может, ты ведьма была? Как мог кот лететь, Николь? На небе летел кот? И ты это видела? Вот у тебя фантазия. Привет, на канале это Николь. И сегодня мы на балконе сегодня. И у меня родители приготовили сюрприз. Привет, ребята. Николь, тебе солнышко светит? Ой, у нас сегодня такая жара, 25 градусов тепла. Сейчас будет сюрприз. Да. От нас с папой, от мамы и папы. Вуаля! Вау! Это My Little Pony! Да, My Little Pony! Спасибо за подарочек. Пожалуйста. Ну что, давай будем открывать и смотреть, да. Что там. Вот там даже луна. Прикольно. На ножик. My Little Pony. Ой, какой плащ у нее, класс, звездочки. А это прям ведьмочка, да? Ты видишь, у нее паучки на волосиках. Тоже плащ такой. Она как цыганка, ты видишь, у нее эти сережки такие. Класс. Нет, это не этой. Больше. Шляпа больше, чем пони. Что-то у нас книжечки, да? Сундук. Он закрывается? Нет? Тут там книги, да? Покажи мне. Это книжка? А ну поверни ее. С другой стороны, какая она? Вот такая вот книжечка. Да. Пони, пони. Мы сейчас достанем еще. Ну, давай, давай. Ой, аккуратно, аккуратно. Я достала это. Доставай домик. Домик. Ух ты, какой классный домик. Здорово. Ой, там дверь открывается, ты видишь? Да. Балкончик. Прикольно как. Ну, давай поставим, мы его сейчас рассмотрим. А там еще у тебя в коробочке осталось. Что там? Телескоп. Телескоп? Да, который звезд. На звезды смотри. Да. И там еще сова есть. Вот, тебя расставили, да? Да. Это считает звезды, смотрит на луну. Да? Да. Книжечки на полочке. А это пришла в гости. Погадать. А ну, убери ручку, мне не видно. Красивые пони такие. Класс. Пони Вилли веселье иногда смешивается с небольшим количеством страха. Это кошмарная ночь, когда каждая пони одевается как страшный монстр или призрак. В этот вечер все жители собираются вокруг библиотеки Golden Oak, где живет Twilight Sparkle. И вот наступила эта ночь, когда все переоделись, пришли в гости почитать книги о монстрах, об изгнании дьявола или кого там, и привидений. Призраков, призраков из страны, где они проживают. Да, Николь? Ну что, давай, иди на помощь. Читайте книги. Привет, Палков. А у тебя есть книжка? Да, я как раз ее читала. Она на полу лежит, и пойду ее взяну. А что за книга? О монстрах. О монстрах?
и привидениях. На, его, спасибо. Я пойду на звезды смотреть. Пока. Пока. Красивые звездочки. Ой! Да, покажем ее еще. Вот такая красивая. Ты ее разделал? Да. Вот такая. Тебе без плаща больше нравится? А ну да. Подожди, я посмотрю. Вот. Ага. Здесь на классе. Красиво. Одевается плащ, накидка. Видишь, как классно. И борода там, и шляпка. Да. Нет, ты не той стороны, да? Вот, а вот так. Прикольно, понял? Тук-тук-тук. Кто там? Это я принесла тебе книгу, я уже ее прочитала. Так, я кот. Давай. Эй, где ты? Я здесь упала. А сова у вас там упала и плачет. Спасибо. Пожалуйста. Приходите еще. У меня там много книг о монстрах. И привидениях, и ведьмах. И всего такого. Ушла. Ушла она? Да. Ну все. Пока-пока, будем всем говорить. Да. Давай. Подписывайся на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Пока-пока.